Не Одиссей, а, ну да. Не Одиссей и так и пренебрег. Хотя герой достаточно рассеян. И схожен Понт и вдоль, и поперек. Пренебрегла и так Одиссеем. Что толку в загулявшемся царе? Не защитит наследное владение, не наплодит бастардов при дворе. Нельзя же пасовать пред провидением. Да, волны бьют навстречу, путь сыров. Но кто утешит бедную царицу? Кто даст уроки мужества без слов наследнику? Кто будет веселиться на свадьбе сына? Вот о том и речь. Зачем бесплотной надеждой душу ранить? Что ж, Одиссеем можно пренебречь. Прилив времен смывает даже память. Людские глотки золотом заткнуть, все свитки сжечь. Песца прирезать, как собаку. Но Одиссей привычно держит путь скорей домой в круг света на этап.